Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шубукова. Доброї раниці. Сьогодні у Гомелі пройде 13-й економічний форум. Його удільники зможуть ознайомитися з більш як 150 інвестиційними пропановами, а так само вибрати для розміщення свого бізнесу один з амаль 300 земельних участків. А пройшла пленарного посяджені програми форуму запланована робота 5 секцій. Агропромисловий комплекс, будівництво і жильово-комунальна господарка, логістика і гандель, туризм і малий сервіс. Бізнес. Гэта менавіта тыя накірункі, у развіцці якіх сёння зацікаўлена Гомельская вобласць. Пры гэтым 11 інвестыцыйных дагавораў на суму амаль 300 мільёнаў долараў плануецца падпісаць непасрэдна падчас пленарнай сустрэчы. Гэты форум стане самым масавым за ўсю гісторыю яго правядзення. У Гомель прыедуць больш як 600 прадстаўнікоў бізнесу і органаў улады. Рэкордным стане і колькасць краін-удзельніц. Будуць участваць 28 стран. Если считать с Белоруссией, то 29 стран-участников. Из новых стран, которые будут принимать участие, это Австрия, Ирландия, Кыргызстан, Узбекистан и Хорватия. Раньше эти страны не принимали участие в форуме. Ну и традиционно, безусловно, наши партнеры из Российской Федерации, с Украины, Казахстан, Болгария, Вьетнам, Монголия. Еще одна делегация у нас будет из Сирии. Из освобожденной провинции Хомс, недавно, там, где находится Пальмира, всем известная, приедет губернатор Хомса и будет подписывать с Владимиром Андреевичем договор о дружбе и сотрудничестве в экономике. Напередодні открытия 13-го экономичного форума Гомель пошли прибывать замежные делегации краин-удельниц. Их примали керовники в области и города, предприемства у региона. Старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник провел встречу с надзвычайным и полномостным послом Словацкой Республики в Беларуси Йозефом Мігашем. Посольство Словацкой Республики – постоянный удельник Гомельского экономичного форума. Подчас встречи Йозефа Мігаша с Владимиром Дворником размова идея о притягнении словацких компаний до реализации совместных проектов на территории нашей области. А проча того, выказывается зацікаўленасць у дальнейшем гандлёва-экономичном супрацоўніцтве и нарушивании узаемного товарообороту. Зараз основными партнерами Словацкой Республики являются Белорусский металлургичный и Речицкий метизный заводы, Речица Дрэу и Гомельская птушкафабрика. Кредитные сродки словацких банков притягиваются для финансования таких масштабных проектов, как будовництво цеха для вытворчести сыроватки у и проведение пусконаладочных работ на предприемстве «Мазырские молочные продукты». Значная увага по часу встречи была уделена так само будовництву на территории в области сучасного предприемства по древопрацовце и поставках у Словакию звадкованного газу. И, конечно, мы откровенно сказали, что эта продукция в основном будет вывозиться на западный рынок. Вам надо зарабатывать валюту, нам надо зарабатывать валюту, вам надо, чтобы были регулярные хорошие налоги. Во-вторых, у вас есть завод по обработке жизненного газа. Так надо договориться без посредников. Откровенно хочу сказать, и это и губернатор, и я подчеркиваю, без посредников, чтобы цена была хорошая, и чтобы ее можно было продавать, реализовать на наших рынках в Центральной и Западной Европе за хорошую цену, и чтобы заработали и вы, как поставщик в нашу страну и продавец хорошей продукции, основной продукции, то есть жиженого газа, и мы, как реализатор на нашем рынке. Сярод гарадоў, які ўпершыню накіравалі ўдзельнікаў на гомельскі эканамічны форум, харвацкі Рыекі. З дэлегацыяй правёў сустрэчу старшыня гарвыканкама Пётр Кірычэнка. Азнаёмства прайшло за круглым сталом. Абодва бакі выказалі сваё меркаванне аб перспектыўных напрамках супрацоўніцтва. Сярод іх эканоміка, турызм, медыцына і ахова навакольнага асяроддзя. Вырашана, што праз два тыдні Гомель з візітам у адказ наведае Харватыю і ў хуткім часе будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве. На якіх позициях оно будет засновано, вырашить выучение хорватами секции экономичного форума. Поскольку наш первый визит, так мы можем сказать, что это мы открыли только двери впервые. И, конечно, я надеюсь, что это будет сначала на уровне городов сотрудничества, потом на уровне предприятий, каких-то компаний там разных сфер. Сегодня протягнет работу 17-я международная выстава «Весна у Гомеля», одно из самых значных и масштабных экономичных мероприемств областного центра. Сегодня эта выстава изменила место своей дислокации, поширился и список удельников.
У гэтым годзе вясна ў Гомелі размясцілася ў крытым катку на Рэчыцкім праспекце і заняла даволі значныя плошчы вакол яго. Усяго каля 5,5 тысяч квадратных метраў. Сваю прадукцыю на выставе прадставілі больш як 300 ўдзельнікаў. Сярод іх прадпрыемствы і арганізацыі з усіх абласцей краіны і замежжа. Цікавасць да выставы выказалі 20 дэлегацый з 12 краін свету. На стэндах прадстаўлена практычна ўсё: прадукцыя харчовай прамысловасці, будаўніцтва, паслугі турызму і адпачынку. Вясна ў Гомелі — добрая магчымасць прадстаўнікам бізнесу паказаць себе, знайсці айчынных і замежных дзелавых партнёраў. И в этом году очень радует, впервые за много лет я услышала вот такое предложение от наших партнеров. Все просили: пришлите, пожалуйста, перечень предприятий, кто находится на выставке, и список гостей, которые к вам приедут. Для нас это говорит о том, что есть интерес к проведению деловых переговоров. Они хотят провести переговоры как с теми предприятиями, которые представлены на выставке, так они хотят встретиться между собой — и бизнесы, и дипломатические круги. Под открытым небом размясцілася выстава техники, а побач свою продукцию представляют рамесники. В рамках выставы тут проходит республиканское свято майстроу «Гомельская весна». Больше как 200 майстроу с Беларуси, России и Украины представляют уластные выробы. Организаторы означают, что хотели продемонстрировать гостям нечто свое, аутентичное. Но вот у якости подарунку для официальных особ выбрали талерку в творчести гомельской керамистки Ирины Гаурыленко. На этом вырабе народные мотивы сняты автором со знакомитых ветковских рушников. Занимаюсь около 4 лет. Вот какая-то внутренняя потребность, нечто создавать своими руками. Безусловно, нелегкий процесс, тем более, что я работаю по самым древним традициям, как когда-то наши предки создавали полностью руками, без гончарного круга. Працаваць выстава будзе до 21 мая. Вольга Вальшенко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У рамках 13-го экономичного форума у Гомеля сегодня протягнется международный чемпионат «Молодь и предпринимательство». Его удельниками стали около 150 студентов из Беларуси, России и Украины. Что привабливает их у этом чемпионате, ведает Олег Сентеров. Программа «Молодь и предпринимательство» действует с 2003 года. За этот час ее удельниками стали около 40 высших научных установ из Беларуси, России и Украины. Сегодня в Гомель приехали 19 команд. Есть, до речи, и еще одна команда, которая находится в Гомеле в статусе назиральника. Одна из гродинских школ решила таким чином долучить новоученцев до предпринимательской деятельности. На международном чемпионате «Молодь и предпринимательство» сапраўды есть чему поучиться. Правда, непосредственно о проведенных проектах команды удельницы до початку презентации ничего не рассказывают. Чемпионат – это споборництво. Отбор проекта предварительно не ведется. Это секрет. Студенты, которые приезжают, репетируют заранее, и они даже репетируют одни, чтобы никто не видел. Всегда сюрпризом является то, что представляется на сцене в день чемпионата. Международный чемпионат «Молодь и предпринимательство» проходит в рамках Гомельского экономического форума и заявляется практичной реализацией державной программы «Малое и среднее предпринимательство в Беларуси». Этот сектор у опошние годы оказывает все больше значный уплыв на огульную ситуацию в экономике, а тому и увага до его повышенная. Зараз, до речи, только на Гомельщине зарегистрировано около 40 тысяч предпринимников. Есть очень удачные примеры, когда вот эти участники чемпионата перешли в бизнес и уже реально занимаются своим делом. Для нас это очень важно, потому что цель, роль бизнеса и доля в внутреннем продукте, доля в уплате налогов в бюджет, конечно, бизнеса малого растет. Я могу привести цифру. Вот за прошлый год доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составила в нашей области 23%. Это очень хороший показатель. По великим рахунку, международный чемпионат «Молодь и предпринимательство» – это пляцовка, на которой энергичная, амбициозная и креативная молодь презентует свои распрацовки. Для студентов это махчимость знайти место працы, праз демонстрацию своих махчимостей, а так само пошук инвесторов для реализации проектов. Для предпринимательников – ознайомление с цікавыми для бизнеса идеями и потенциалом будущих работников. Чемпионат как раз один из немногих, где с каждым годом профессионализм выступления растет, ну, от года к году. И я вижу, что эти студенты, которые в этом году, точно знают, куда им надо идти на работу. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. Беларусь рыхтуецца перайсці чарговую 5-гадовую мяжу. У чэрвені адбудзецца 5-й усебеларускі народны сход. Да гэтай падзеі ў рэгіёнах прайшло вылучэнне дэлегатаў, якія прымуць у ім удзел. Усяго ў краіне будзе 2,5 тысячы чалавек, прадстаўнікоў усіх сфер народнай гаспадаркі. Іх сумеснае рашэнне вызначаць вектар развіцця нашай краіны на бліжэйшую 5-гадку. Акрамя таго, падвядуць вынікі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, якая была прынята на папярэднім сходзе.
Приклад выполнения решения 4-го усебелорусского сходу в материале Ганны Ковалевой. Еще 4 года тому на этом месте ничего не было. Трехповерховый новенький будинок дитячого сада стал выником решения 4-го Усебелорусского народного сходу, который прошел в 2010 году. От делегата из Гомельской области прогучала пропанова об додатковом будовництве дошкольных установ. У той час особливо актуальным это питание было для жихаров центрального района Гомеля. У тем же годе у микрорайоне Мельников-Луг был закладенный первый камень будущей установы. И уже в мае 2012-го дитячий сад отчинил свои двери. На сегодняшний день в микрорайоне работает 4 дошкольных учреждения. В среднем их посещает 1200 детей. Строительство данного дошкольного учреждения позволило более чем 300 ребятишкам этого района посещать дошкольное учреждение возле своего дома. Зараз их выхованием занимаются 74 человека. Миновито такие кадровый состав установы. Занятки ведутся как непосредственно у группах, так и у специализованных залах, яких тут 10. Особными могут похвалиться далеко не все детячие сады. Говорка идет про бассейн, покой АБЖ и тренажерную залу. К нам все хотят, потому что это новое современное здание с современным оборудованием, современными технологиями, которыми мы внедряем в свою работу. Вот, поэтому, находясь в нашем учреждении, детям здесь очень комфортно, идут сюда с огромным желанием. На будовництво и наполнение саду в свой час бюджету было выделено 67 миллиардов рублей. Причем до этого по подобным проектам в Украине была узведена только одна дошкольная установа – у Минску. Эта помощь, это очень удобно, конечно, мы живем недалеко, нам удобно. Очень рады, что он здесь появился, близко, можно с ребенком и на самокате доехать, то есть и пешком. Гэты дитячий сад был открыты 4 года тому, и тогда потребы центрального района были целиком задоволены. Однако за последние годы район значно прирос молодыми семьями, и питание об необходимости узведения еще одной дошкольной установы снова стал актуальным. Разом с тем администрация района и областное управление эдукации давно начали працавать на перспективу. Уже сегодня вызначена пляцовка для будовництва дитячего садка у 19-м микрорайоне. В соответствии с решением 4-го Всебелорусского народного собрания, каждый год мы практически увеличиваем количество мест в детских дошкольных учреждениях за счет оптимизации. Более 3000 мест по Гомельской области в 2015-16 учебном году были решены за счет именно вот такой работы. В настоящее время заканчивается строительство детского садика на 300 мест в городе Мозыре. Количество свободных мест в области гораздо больше, чем желающих определить детей в детское дошкольное учреждение. Но каждый родитель имеет право выбора, и каждый родитель хотел бы иметь детский сад у себя во дворе, либо в самом ближайшем микрорайоне. Поэтому задача, она поставлена, и я думаю, что она будет решена. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель. Сегодня гомельшане смогут провести фантастичную ночь у музеї. Цікавую разностайную программу под такой назвой для наведвальников подрихтовал Палац Румянцевых и Паскевишев. С допомогой супрацовников музею в специально створенных экспозициях удельники мероприемства доведуются у приватности, как посябровать с домовым, выратоваться от лешего и застаться живым после встречи с русалкой. А проча того, той, кто здолее пройти по лабиринте, отримает послание с предказанием будущего осторожить богов. У программе так само наведывание специального покоя помеж мирами, где отбываются контакты с духами и выставочный проект с Италии «Усё житё у одной велосипеде». С 19 годин пошнется баль кветок у парку и светловое шоу у колонной зале. А полове 10 годин и ночи запланованы початок оригинальной концертной программы на пандусе палаца. И на этом покуль усё. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачення.